Ребят, как проезжать платные дороги во Франции? Сейчас немножко расскажу. Вот у нас турникеты, да, такие везде. Подъезжаю на какую? Зеленой стрелочкой на любую, да? Тут нам взять тикет нужно, нажав данную кнопочку. Выезжает тикет, забираем, у нас зеленый свет, и проезжаем. И едем до следующего турникета. Здесь это в районе 300 километров. Как дальше это расплачиваться? Не теряем этот тикет. Я вам покажу. Значит, ребят, заправки французские. Видите, здесь заправка самообслуживания. Но она производится не так, как в Германии. В Германии сразу заправляешься, потом идешь рассчитываешься. Здесь же, как и более привыкший к Украине, надо сразу заплатить деньги. Через 200 метров. А затем... На кольце первый съезд на 5. Хорошо. А затем уже заправляться. Говоришь колонку, какой бензин, сколько литров и так далее. Ну, кстати, видишь, зона отдыха тоже. Значит, либо кэшем, карточкой, то есть либо карточкой. Прикладываешь карточку, ну, мы уже сталкивались с этим, очень неудобно. Блокируют неплохую сумму. 130 евро. 130 евро. И потом, если на праздники, то вам эти деньги сразу не возвращаются. Хоть ты там на 10 евро заправился, блокирует 130. Вот такая система. А потом ждите. Да, пока вернется, сколько нервов, сколько вот этого всего седых волос. Лишился ты этих 130 евро или нет? Ну, опять-таки, вот в таком стиле у нас вот выезды, заезды. И выходим на автобан. Автобаны платные. Ограничения во Франции 130. Больше нельзя. Все, едем до турникетов. Так, вот подъехали мы. Пришел час расплаты. Вот так выглядит. Здесь сейчас будет нарисовано, куда ее пихать. Вот стрелочка, и стрелочка нарисована, да? Опа, поехали. Что у нас тут? 21.80. Значит, кидаем сюда вниз 20-ку. И 2 евро вот сюда. Так, у нас здесь выпадает сдача. И берем здесь тикет. Все, зеленый свет погнали. Вот таким способом мы расплачиваемся на этих платках.